Всем привет! Сегодня снова с вами Басон и сегодня снова Alan Wake. Давайте продолжим проходить игру. Так, патронов у нас 4 от ружья, 42 револьвер и 3 фаера. Ладно. Нихера себе там упало деревце. Просто так. Мать моя женщина. Мне только тебя еще с бензопилой не хватало. А ему что, вообще пофигу? То есть его только вот так проймешь? Даже целого барабана мало, ё-моё. Хорошо, хоть недалеко ушел. А, все? Блин, а? За патронами не сходить. Так, кампграунд. В таких заколках могут быть всякие тайники, блин. Патроны здесь нужны, поэтому приходится лазить. Еще плюс стволы там открываются, какие-то надают. Если найдешь что-нибудь в тайнике нужном. Фу. Кто-то нам звонит. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Так, ясно. Так, здесь ничего не валяется, у нас патрончиков никаких. Да, хорошо, хоть из леса вышли. Мы из леса вышли, был сильный мороз. О, птички. I still had to reach Barry at the cabin. Так, вот эти надо все смотреть. Все заберу нафиг. Трейлеры. Тут ничего нигде не валяется. Машина заведенная, нужно найти ключи. И стопудово они там. Еще одна страничка нашей рукописи. Женский туалет. Ничего страшного. Какие тут матрасы, блин. О, еще что-то валяется здесь. Что это у нас такое? О. Зашибись, патроны для охотничьего. Мне больше трабаш нравится. У него хоть и 2 заряда в обойме, но у него то, что скорость стрельбы больше. Гараж. О, ключики. Так, что у нас тут? Живой зверь. Проколы маги испарится, история погибнет. Прям так и думал. Ну
У меня с ключи есть шапочка, значит, какая-нибудь зараза тут есть. Так, тачка у нас теперь есть. Привет, малыш. Так, здесь ничего не валяется нигде. А, вон там что-то лежит. Термос. Ну, это для достижений чисто. Готов, малыш. Так, здесь тоже ничего не валяется. Сколько ж вас, мать вашу, здесь? О, охотничьи. Что тут у нас? Что, все? Так. Нам нужно доехать, а не их перебивать. Насколько я помню, их тут бесконечности, так будешь ехать медленно. Так, а тут что у нас? А, тут... Это если пешком. Я думал, там что-то спрятано, что можно было собрать, скажем. Ладно, поехали. Блин, а? Так, здесь мы были. Нам надо, получается, наверх. То есть что, заново? Пешком, что ли, чапать? Что это за звуки такие? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing.
Так. Да откуда же вы, мать вашу, беретесь еще все? Так, а здесь я был, по-моему. Так, там что-то есть, что ли, в доме? Лены проехать не дали. Так. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me. Yes, yes, I get you. Так. А шкафчик-то мы не смотрели. О, тут что-то есть. Блин, надо револьвером пользоваться. Патронов-то не так уж и много. Так, надо добраться до нашего чувака. Да, птичек тут много. Барри had talked about birds over the phone. Зашибись, хоть здесь что-то дали. А здесь? Здесь ничего нет. Ал! Ал, я так рад, что ты здесь. Несколько из них вошли сюда, прежде чем я заткнул чимни. Это не нормально. Эти птицы странные. И что ты мне предлагаешь? Thank you.
can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic. Давай, открывай. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Какой-то голос у нее такой. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Замбони натуральный, блин. Такое, типа, как будто закончилась игра и продолжение следующее. Типа, ждите в дальнейшем. Типа, тьма не побеждена еще. Эпизод второй у нас пройден. Ладно, продолжим. Реально вот сделано как сериал, то есть в предыдущих сериях, типа вот, и все. Просто прям повелевает людьми. I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Ну ладно, продолжим. Так, что нас здесь ожидает? Works as a waitress down at the diner? Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. Ворота на тот свет? Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Яхта тут валяется, блин.
Давай, мужик, шевели поршнями. Jagger's a local spook store. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Да, сказки. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Чё он там к мусоркам попёрся, нахрена? Яхта, конечно, посереть леса в тему. Пошли поболтаем. Роуз. Дверь-то как это, решеточка. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. По ебальничку видно, что она под тьмой. Rose, you have my manuscript? Oh, yes. Yes. Please, come in. Как робот говорит. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Al, what's... Oh. Barry! What? Нас, походу, тут снотворного накачали через кофе. На кой черт только это нас сделало? You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Реально обкакишься. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. What can I get you today? Coffee? Right. I couldn't work up much hate for Rose. Something had Она что, в этой форме постоянно ходит? Left its mark. Так, покинуть трейлер. Flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Так, мне нужно добраться до тачки. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Да и хрен с ним, потом болтовня это, блин. Опа. За что это я должен получить? Охренительно, как безоружного стреляют, да еще и угрожают, что разряет целую обойму. Американские правда, да, блин. Standing right here, you goddamn maniac!
А им, походу, пофиг, кого валить. Нас, вас, все одно. But there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Make it easy! Get after her! Don't let her get away! Move it! Move it! Move it! I'll have you shot if you let her get away! Погоня, блин. Собак только не хватает. Валим, валим, валим. Stop running! We have the suspect in sight. Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, fire. Да ладно. Прям так быстро нас догнали, что ли? По нашу задницу-то прямо много народу идет. Такой же пол этих копов с ФБР сбежал с Нью-Йорка сюда. Так, вот еще этим и не хватало только нам. Ох, нифига себе, копов накрыло. Да. Зашибись. Это еще они не видели, что здесь происходит. Вот они еще в шоке от того, что ФБР по мне палит, как этот, ненормальные. Так, деревце повалено, не пройти. Так, здесь контрольная точка достигнута. О, файеры. Мать ваша, опять эта тьма. Теперь они, походу, познакомились с тьмой. Такие вопли, блин. Зашибись. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Зашибись. Типа мы со всеми разобрались.
Да мы просто, блин, монстры. Ворона за этим вертолетом. То есть тьма нас спасает. Для своих же целей. Зрелищный взрыв, однако. Так, вышка. Что там на ней есть интересного? Монетка есть. Зашибись. Вертолетику кирдык. В общем, нашли нашего парничка и Троуз. Да. Кроватка тут. Шпили-вили по ночам. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Так. Да. Вышка есть. А там у нас что-то тоже интересное есть. Блин, ствол бы дали, было бы хорошо. Наверх нельзя? Нельзя. Ладно, придется идти без ствола. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. То есть нам надо теперь до радиостанции допереть. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. То есть теперь уже неодушевленные объекты оживают. There was no power to the searchlight. Генератор. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again.
Зашибись, починка. И починить уже нельзя. Все. Провода все перегорели. Ладно, пойдем. Теперь еще и ворота. Теперь фонарик появился. И 5 батареек. Че, и все? Ни ствола, ничего. Блин, так как будто сейчас мне эти ворота прям прыгнут на меня тут и отдубасят. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Световые гранаты, зашибись. Все, походу, в ауте. Да, ладно, на этом, я думаю, мы закончим прохождение. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, ждем дальнейшего прохождения. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.